Здрасте, здрасте. За сутки вы набрали на прошлом ролике 12 лайкосов. Это просто пушечный актив. Спасибо всем. И надеюсь, на этом ролике мы соберем не меньше. Коврик выиграл вот этот паренек. И ты, если хочешь еще один, пиши что-нибудь интересненькое. Ну и самое главное, не забывайте про колокольчик. Он нам помогает в продвижении. Кстати говоря, плюшка, с которой я постоянно играю, начала выпускать ролики, и получается у нее классно. Ссылочку на ее канал я оставлю в описании, загляни, не пожалеешь. Ну и всем приятного просмотра. У меня, кстати, уже есть 10 картошек. Вкусных, сытных, сочных картофелин. Изначально у нас в планах было отстроить нашу мини-тюрьму. И как она будет выглядеть, мы продумывали на ходу. Только нужно продумать, как сделать так, чтобы решетка закрывалась и чтобы это не палевно было. Ты хочешь, чтобы там все было автоматизировано? Угу. Я не эксперт, но я походу место нашел классное. Да, тут пересечение дорог, и тут 5 больших печек стоит, которые можно застроить. 6 больших НПЗшка. Четко, можно. Правда, тут кланчик небольшой, но я думаю... А, ну там магазинчик небольшой, да. Нужно договориться, да? Да, да. Убил типа. Держи арбалет. О. Давай план постройки. Блин, я киянку... Нет, киянку возьми, будешь улучшать. Короче, как мы делаем? Мы делаем вот сюда шкаф. Вот сюда так. Вот сюда так. Вот сюда точно так. Точно волшебный? Да, это волшебный дом, блин. Безопасность. Why you bullying me? We just started, bro. Он нас убил и застроил наш домик, но ему не хватило ума деавторизовать шкаф. И так как я строил дом совсем недавно, я мог ремовнуть этот фундамент. Он меня не выписал из шкафа, я сейчас сломаю фундамент и упадет баррикада. Этот парень забрал скраб, но ему, видимо, не нужны были наши арбалеты. А нам они были очень даже кстати. Вот! Плюс композитный лук. Ну мы с тобой тут нормально легли на самом деле. Тупо надзиратель и тюремщик. Тип на коне. Как? Вау, на ноги не сломай. А мы сейчас, подожди, я хочу зеленый, может там будет как ствол. Там есть зеленый? Ну там сверху квадратный стоит, значит, может что-то внутри есть. Пешка! Да иди ты нафиг, читер! О, слышишь, там стерни, сейчас кучу столов найдем, смотри, можем кого-то подконтрить, может там что-ли ползут наверх. Да ты задолбал, пойдем типов убивать. Ты что, контент фармил и хочешь? Ну ладно, фиг с ним, уговорю, я залезу на стерни. Ноутбук. Почему можешь не озвучить? Трубы. СМГ. Камера. Понял. Ну, СМГ, то есть корпус. И когда мы бежали домой, мы наткнулись на зарейженный домик. И нам стало очень интересно, что в нем находится. О, это что такое? Это МВК стенка. Готовься лицо на гандрапа поймать. Мы можем сейчас пешку взять. Ой, тут много угля. Уголь. Слушай, знаешь, что мы можем сделать? Печки я бы забрал. Мы можем пешку изучить и тут ее скрафтить. Тут нет шкафа, чувак! Да ну! Да? Тут 7 консервных банок, чувак! Вау! Не знаю, но выход надо будет застроить как-то. У нас соседи жесткие есть. Так скажу. Будь здоров. Ну я отстроил уже дом. А я знаю, куда можно шкаф поставить. Да, где печки стоят, видел? Угу. Он 1000 металла, есть 4000 камней и 29 МВК. Застроив домик, мы решили попытать удачу и побежали на крейт. Так, нам сейчас нужно тактику мышей юзать. Идти максимально тихо. Тут все двери открыты. Тут
Броня для тебя есть. По тебе? Наверное, с вышки. Да, да, с композитным луком. Подожди, давай перестрелку на композитках сделаем. Он испугался. Две минуты, чел, две минуты. Давай вниз. Давай. Потому что ему дольше бежать придется. Меня видно? Еще вот так вот. У тебя головешка торчит, я могу в нее стрельнуть. А даже так? Вот так, да, торчит. Брат! Тихо-тихо-тихо. Не спеши. Нормально. Так, ботинки оставлю. Мы можем тут всех убить на самом деле. На 40 хп. На, держи. Попробуй убить. Убил. Найс. Пушечки мы выбили, и нам осталось всего ничего. Найти фармил. Если честно, меня на двушке словят. Фу. Тихо. Уходи, убегай. Я его. Ну, скаты, скаты, скаты. Беги! Мы ему сейчас хребет сломаем, подожди. Все. Топ-контент. Че, пофармить решили, да? Под дверь ему ставь. Потолок. Над? Под. А, под. Изи Берда. Это он же был. О, тут пещера. Топор железный, ничего себе. Печка работает. О, тип! Калаш. Аккуратно. Металла много. Хорошо. Было неплохо. Нам понравилось, но мы, пожалуй, пойдем отсюда. Все, на этом минус закончен. Всем спасибо, всем пока. Нам бы сюда гантрап, и будет вообще пушка. А, мы тут еще с палки не кинули, да? Короче, идея такова. Один шприц мы изучим. Наш домик был просто в шикарнейшем месте. Тут были постоянно файты. Чувак с беретой против берданчика. Походу беретчик сейчас... Беретчик выиграл. Одного убил. Второго убил. Чёрт! Минус третий. Постепенно мы развивали наш домик, но не стоит забывать о том, что мы хотели сделать. Мы хотели отстроить тюрьму. И для этого нам нужно было очень жестко попотеть. Два топ-сета на горе. У меня двушка с каменными. Я могу их убить. Их тут трое. Два топ-сета на скале, и один под скалой бегает, и один еще голый. Мне тебя ждать? Нет. Одного убил наверху. Второго убил. Еще один калашист. Отойди. Они сейчас на тебя выйдут, чел. Добил одного. Тебе нельзя дохнуть. Один вроде вышел. Наверху. Ты жив? Я да. Еще одного вижу, тут нет. Меня убил префом чувак. Где он был? Префом. Он в топ-сете вроде. Тихо. На камне. Убил его. Ой-ой-ой-ой. Убил бомжа. Убил одного. Топ гир. Еще один. Иди. Плюс калаш. Убил.
Ну, я теперь понимаю, что значит места нет в доме. Да, надо поскладывать потом. Чтобы начать строительство тюрьмы, нам нужно было найти железные решетки. И поверьте мне, найти их было не так-то просто. Сейчас смотри, с первого раза вытащу решетку. О, МВК. Ноутбук. Трубы. Слушай, и камера, да? Нет, еще трубы. Найс. Тут пусто. Минус. О, синяя карта. На выходе. Хит дал. Какой же? 238 скрапов плюс. Что ты купил? Смог. Тоди? Смог, найс, надо тоже купить пару, да? Угу. И снова крейт на аэро. Как мы можем туда не сходить, если у нас стоит домик впритык? По-моему, на вышке то есть, на башне. Да, на башне есть. Давай пойдем запушим его просто. Со смоками. Долгого. Не дал. Хит дал. Мне больно, мне очень голову больно. Голову дал. Ты жив? Да. Смоки кидаем? Стой. Я сейчас ему туда закину. Че делаем? И снизу тоже смог. Где я? Это жесть. Hands up, boys! Убил одного. Ушел в смок. Убил второго. Хорош. Хорошо сработано. Всем не с места. Работает ОМОН. Ай! Убил. Хорош. Хорошая работа, тюремщик. Так держать. Чуваки явно такого не ожидали. Вроде спокойно. Почему нет сишки? Почему нет тюремной... Почему тюремной решетки нет? И нам очередной раз не повезло. Но мы не отчаивались и продолжали свои поиски. Мы пролутали РТшки очень много раз. И Север Бренч, и Аэрфилд, и Космодром. Но так и не нашли решетки. Потеряв надежду найти их, мы решили попросить кого-то скрафтить ее. Йоу, what's up? Man. Hello. Take it. What's up? I need stuff, please. Этот парень говорил, что сможет нам скрафтить решетки. И оказалось, он просто нас обманул. Он хотел узнать, где мы живем, так как мы убивали его друзей. И так как тот дом не наш, и расширить мы его нормально не могли, мы решили перестроить свой домик. Потихоньку мы перенесли все свои ресурсы в новый дом и продолжили поиски решетки. И кто-то начал рейдить очень жестко возле нас. Как мы могли туда не сходить? Можно забайтить его и улететь. Сейчас будет миссия угнать коптер. Они снизу или сверху? Сверху, на крышу. Хедшот. И хит. Убил его. Стой. Бустануть сможешь сейчас? Подбежать. Я бегу. Только тварь. Бусти. На, я тебя. Чизи это привет, ты? Чизи. Чизи. Слышишь, Чизи? Поговори с ними. Что? Не стреляй, не стреляй, слышь, подожди. Слышь, погоди. Скажи еще что-то. Блин, так нечестно, как бы, знаешь.
Мы пришли отжимать коптер. Вообще, это было идеальное преступление. Зачем ты меня узнал? Слушай, а вы умеете крафтить металл решетки, типа тюремные? Или есть у вас парочку? Не, тюремные не умеем. Блин, это такая фигня вообще, найти их не могу. Хочу придать привет Крейюзеру и Токсиктян. Окей. Крейюзер, правда, здесь сейчас, он слышит, но в видосе это надо будет смотреть. Все, давай. Давай. И тут нам не повезло. Да, бывает и такое. Решетка! Вы, наверное, мне не поверите, но я даже сишкам и калашам не так радовался, как этой решетке. Мы изучили всю электронику, которая у нас была, и уже были готовы отстраивать нашу тюрьму. Но не всегда все идет по плану. У нас появился сосед, который не давал нам выйти из дома. Меня убили, чел, не выходи! Он сидел с двушками постоянно. И нам нужно было найти его домик. А где он живет? Ты не знаешь? Он влево убежал куда-то. Сейчас я встречу, найду его хату и выселю нафиг. Ты жив? Да, на этого типа у меня уже начало гореть. И мы решили побыстрее его выселить. Тихо. Гаражку открыл. Вот его дом. Угу. Надо его турель разломать было. Мне кажется, шкаф у него вот тут стоит, в треугольнике. К тебе идет. У него тут печки. У него тут печки, а шкаф у него вот тут стоит, смотри. Угу. Нам 10 сочелек надо. Накрафтив сочельки, мы сразу же отправились рейдить грязного дуркемпера. Блин, у меня уже залетело что-то. Блин, ну вы чё? Меня минус 0, я ему голову дал за камнем. 120. Ставь верстак куда-то и давай бахать его. Убил его. Хорош. Можешь заходить. Ой, у него скраб, тут 1500. Вот так мы и избавились от назойливого седуна. И были готовы приступать к строительству нашей тюрьмы. Перед тем, как приступить к строительству, мы решили пофармить камушка. Немножечко. 1060. Золото. Опять работает. Опять вкалывает. Вот это будет у нас коридор. Допустим. Какие комнаты у заключенных? Я думаю, 2 на 2 можно делать. Вот такие камеры. Фига-то жесткий. 2 на 1, то есть камер. Вот здесь у нас будет выход на улицу. И вот здесь тоже. Так, теперь нам еще нужно панели туда солнечные. Мне кажется, туда даже ветряк не надо ставить. Мне кажется, пока я буду присоединять, меня могут жахнуть.
Ой, меня с черкаша убили на входе. В тюрьму его. Видимо, уже не в тюрьму. Да? Пока Илюха проводил электричество, я занимался обустройкой тюрьмы. О, пушка. Все, иди и проводи электричество. Для заключенных мы решили купить деликатес. Соленья. Так. Ого. Дядь, он на нас летит. Он по нам с ракеты бахнул. У нас шкаф горит. У нас минус камера. Пацаны, не заходи внутрь, там тюрьма. Можно мне в тюрьму? Дело осталось за малым. Развесить таблички и запитать камеры. Блин, почти идеально. Pick me up. I go to prison everything. Please, man. Okay, follow me. Follow me. Okay. Сейчас мы посадим его. Follow me. Let's go. Come here. Can I have the piano one? Okay. You have 10 minutes. У нас талантливый заключенный, слышишь? Да. Do you understand that killing is bad? You are free, my friend. No, don't kill me, man. No. Thank you, man. Вот урод. Опа, ну-ка улыбнись в камеру. Они убили тебя? Я закрыл его. Окей. Окей, tell me why you killed Nakeds. I did not kill Nakeds, it was the other guy with the water pipe. Окей. Goodbye. Don't kill Nakeds. Oh man, god damn. Oh my god, man. Okay. If you want stuff back, follow me. Открывай первую дверь. Закрывай вторую. Окей. This is your room. Oh, 5 minutes. Can I get a rich for? Thank you. Дом казённый предо мной. Ночью в церкви ни души. Волки в поле воют. Заходим в свободную комнату. Я вам. Цены огурцы раздаю, надо кому? Ходим. Пс,
Все мы собрались для того, чтобы решить с вами одну самую главную проблему Раста. Каждый из вас, каждый день, заходя на сервер, убивает кучу бомжей. Сейчас вы лишены этой возможности, вы будете сидеть в камере. Рассказываем что-нибудь, подожди. Фу, Натя, въебало, блин. Какой это заключенный? Ай, блин. Ты уже играем под себя лучше. Лучше под себя за себя отдельно. Играем лучше. Ай. Ай. У вас у каждого есть в ящике соленья. Хватаем 5 солений и едим залпом. В смысле, у меня тут 60. Ха-ха, все 5 съел, блядь. Игра называется «Остаться в живых после солений». Парень, ты просто обездвижен, стоит и не двигается. Включи факел, просто ничего не видно. Сейчас я заточку сделаю, поговорим. Настя, за что? Настя, за что? Все, бойцы, ждем рассвета, и мы вас выпускаем. Помоги ему. Так, все, давайте мы вас сфоткаем. Нужно нами на лицо. Ну, а что, проблем с нами больше не было? Просто пною, просто. Летите, добрый путь. Давай, давай, лети вперед, на улицу, на улицу. Все, все. Куда тянемся? Мы контролировали весь сервер, и ни один бандит не мог просочиться мимо нашей тюрьмы. И ты, да-да, ты, кто сейчас смотрит видосик, не убивай бомжиков, иначе мы с Илюхой придем и посадим в камеру с Теслой. Ну, я надеюсь, вам понравился данный ролик, и мы подняли вам настроение. Всем пока.